So, a deer, a female deer, ray, a double golden sun, me, a name that I call myself. Так, вот поднимаемся мы по ступенечкам. Надо аккуратно не лети. Снова ступеньки. Вот, смотри, тогда домик вот такой наверх. Да. Класс, сходим потом. Смотрите, поднялись немножко на замок и видите место, где проводят торжества свадебные. Видите, сейчас все пусто, но видите, вообще с таким видом выходить замуж, жениться вообще очень классно. Местный житель мне сказал, что здесь проводят более 350 свадеб обычно в год. Это много, учитывая, что... 350, то есть это они только на закрыты на Рождество, ну да, на Пасху и еще на какой-нибудь праздник. Вот, и сейчас идем дальше смотреть и изучать этот замок. Изучать замок. Да, смотрите, вид, конечно, шикарный. Озеро. Лазурное побережье, такое озеро. И все, сейчас идем мы уже. Смотрите. Присели покушать, посмотрите, с каким видом мы кушаем. Это просто шикарно, потрясающе. Вот сколько людей сюда пришло. Смотрите, на парусники вообще. Загляденье, красота. Железяные, как обычно, пошли уже какими-то подарками, игрушками. Вот, кстати, заказали их местное просекко. Видите, пол-литра стоит 10 евро. Очень даже и ничего. Сейчас мы заказали еду, посмотрим, что принесут. Это открытое место. На фритюре сделаны морепродукты, выловлены именно в озере. Была опция именно озерных, не морских, а озерных рыбок. Сейчас будем все пробовать. Но Дианке уже принесли ее жареную картошку, френч фрайс с чикен наггетсом. Ну, что еще ребенок английский будет есть, как не френч фрайс с картошкой фри. Смотрите, какую еще нарезку сырную принесли, салями и сыров. И это все стоило 10-12 евро, точно не помню. А вот это стоило блюдо 18. Вот, ну очень вкусненько, сейчас все будем пробовать. Мы захотели мороженое, зашли самое лучшее вообще просто. Просто посмотрите, сколько у них мороженое. Вот, столько у них мороженого вообще. Это реально самая, наверное, крутая гелатерия. Самая крутая. И очень-очень-очень много мороженого. Будем пробовать все. Или частично, я не знаю. И для папы берем мороженое. Это был второй магазин с мороженым, гелатерия, который не принимает карты, и все, у нас нету кэша. Весь кэш мы потратили на мороженое. Все, у нас нет денег, только карточки. И даже нам продавец, подождите, нам налево на пляж. Да-да-да, это, не-не-не, мы же на пляж. Wait. Продавец мороженого посоветовал нам, что в Италии лучше, ребят, имейте кэш при себе. Вот у нас сейчас кэша нету, и мы можем пропасть. Смотрите вообще, что происходит. Человек захотел искупаться, или я не знаю. Но он, наверное, увидел вот этот пляж просто, на который идем мы. И захотел окунуться в этой безумно чистой воде. Я не уверен, что у него это получится, но мы пришли сейчас на пляж с безумно чистой, прозрачной водой и будем купаться. И у нас за спиной замок, с которого мы только что пришли. Это вообще круто на самом деле. Вот так люди столетиями сюда. Вы переоделись, да? А проблем не будет, башек с полотенчиком переоделись. Окей. Ну тут переоденемся где-то.
Вообще круто. Ну. Мы на пляже. Дианка уже заходит в море. Вот у нас вообще супер просто вид. Да, говорит, что холодно. Нормально, 20 градусов вода вообще просто. Пошли поплаваем вот таким видом. Безумный вид. Погнали. Вообще супер. После соленой воды. Вон девчонки. Вот так мы плаваем. Супер мега круто. Там реально круто. Главное, вода пресная, настолько вообще дальше. О нет, я встретил супер девочку. Это реально супер девочка, она может нырять и плавать. А вот там супер мама поплыла. Супер мама, да? Окей, давай сейчас супер папа поплывет, да? О, мама, супер мама поплыла. Вообще круто. Поймала супер девочку. И вот мы вот так плаваем, посмотрите, вот там замок, вообще безумно, безумно красиво. Вот тут горы, и сейчас я попробую нырнуть, я сам ничего не увижу, потому что у меня нет маски, но мы посмотрим, что под глубиной, надеюсь, я смогу подержать пару минут глубину, да, поплыли. Всплывать вообще просто. Во-первых, я ничего не видел. Во-вторых, у меня нету лаз. И реально было сложно. Окей, готово? Давай еще. Только на меня плыви. Давай сейчас я нырну, потом ты. Круто. Молодец. Это как мы плаваем на пляже. Да. О, что это за юникорн тут такой? Ого, это юникорн Диана. Привет, юникорн. А гуль-гуль-гуль-гуль. Вау! И где у нас Егор? Вот в таком месте вообще просто. Это безумное удовольствие. Сейчас иду фоткать любимую жену. Вот она сидит здесь. Давай сначала давать видос. Запилим видос. О, вообще круто. Сейчас мы будем наблюдать какой-то трюк. Вот за мной замок, видите, это их сад, а сам замок вот где-то там, здесь за мной. Я вообще плохо снимаю на GoPro, а вот тут ребят готовятся к какому-то трюку за мной. Они нацепили веревку, и, как я предполагаю, он сейчас будет по ней идти. И давайте посмотрим, что у него вообще получится. Это реально безумная ситуация. Вот представьте, мы пришли в замок, решили искупаться. Надо мной летают на парапланах, их катаются на лодках. И вот тут мы купались, вода прозрачная вообще, безумная. И сейчас ребята будут делать трюки.
Сейчас ребята будут делать трюки, посмотрим. Мы насладились потрясающим городом на озере Кома, и сейчас вот уже за нами плывет корабль. Маленький, да, небольшой, на котором мы поплывем в Рива дель Гарда. И уже следующее включение будет из Ниву. Покажем много чего интересненького. Значит, привет, я вам спею такую песню. Мы сил внутри горач, я вам спею песни пока. Готовы? Да? Хорошо, спей. Раз, два, три. So a deer, a female deer, ray a drop of golden sun. Me a name that I call myself, far a long way to run. So a needle pulling thread, la, a notice for the soul. Tea, a drink of jam and bread, that will bring us back to dope. Go a deer, a female deer, ray a drop of golden sun. Me a name that I call myself, far a long way to run. So a needle pulling thread, la, I know to follow. So tea, a drink of jam and bread, that will bring us back to do. Do a deer, a female deer, ray a drop of golden sun. Me a name that I call myself, far a long way to run. So a needle pulling thread, la, a note to follow. So tea, a drink of jam and bread, that will bring us back to do. Do a deer, a female deer, ray a drop of golden sun. Me a name that I call myself, far a long way to run. So a needle pulling thread, la, a note to follow. So tea, a drink of jam and bread, that will bring us back to do. Do a deer, a female deer, ray a drop of golden sun. Me a name that I call myself, far a long way to run. So tea, a drink of jam and bread, that will bring us back to do. Do re mi fa sol la ti do. So do re mi fa sol la ti do. So И сейчас я спел эту песню. Еще одна песня спею и все. Это, конечно, самая крутая песня, я знаю. Раз, два, три. I love it when you call me senorita. I wish you could pretend I didn't need ya. But every touch is ooh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Ooh, keep me coming for ya. Land in Miami, the alcohol from summer rain, sweet dripping of me before I even knew her name. La la la, it felt like ooh la la la, yeah. Дианка выбирает парус, да? Да. Пошли, сейчас вообще будет круто. На полу да? Да, оставь, да, я думаю, можно и не пристегнуть. Нет, ну, мы в итальянской школе, и Дианочка будет учиться. Вот несут такую красную лодочку. Она будет учиться у нас. У нее сегодня двойной урок. Первое – это итальянский, потому что она будет в итальянской группе. Да, а второй урок – это на маленьком паруснике. У нас тут Дианочкина лодка. Дианочка. Потом мы будем туда кататься. Да. Это у вас будет, видишь, этот дядя, который вас будет инструктировать, он будет на моторке, а вы таких на корыцах. На маленьких будете. На корыцах. И ты слушай, да, Диана, что тебе будет говорить? Да. Отправляем нашего кусеночка в дальнее плавание. Окей. Adesso ascoltatemi con attenzione. Danke. Please listen to me. Yes, listen. Ok. Pronto? Tutti quanti. Ok.
Allora, la prima cosa che dobbiamo capire, the first thing we have to understand, is where the wind comes. Ok, da dove viene il vento? Смотрите, Дианка поплыла. Дианка! Дианочка меня не слышит. Вот на таком маленьком озерце они сейчас учатся. Тут будет первый инструктаж у них. А потом они выйдут сюда, в открытое озеро. И вот папа бдит, лежит бдит. Где ж не бдить за дочкой? Вон дочка. Now, can you see the small yellow house at the end? Okay, let's go to the small yellow house at the end. Едем в Верону. О, маска порвалась, класс. Выехали в Верону, маска порвалась, никуда не пустят. Ну да. Но не пропускают вообще до них. Это просто трафик пошел, поэтому... Да, что-то вообще странно. Открою вот, пока шторочку чуть-чуть, чтобы подгреться. Ага, до Вероны ехать, ого, час. Ехать час? Да. 90 километров, ехать час. Да. Ну, скорее всего, потому что по скалистой, а потом по городу. Поэтому... Ну да. Хотя, я думаю, мы быстрее приедем. Если ехать не 130, а 140. Поехали с нами в Верону. Вот видите, туристику, все ходят. Смотрите, что мама придумала, наша мама.